подальше начал суперчемпион разгоняться. Но вид будет, он готовился к этому, но Клэбо, естественно, на некотором свежаке. Он же и подпускив, и благодаря своему тактическому перевесу и численному преимуществу команды выигрывает золото на многодневке, ну а Иверсона не хватает. Так что визуальное впечатление предыдущей горы оказалось необманчивым. Тем не менее, третье место его, я думаю, вполне устроит. Большинство второй на минимальном.